А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги, и в этом видео будем заказывать первую выплату из проекта Qubit Lite. На балансе у меня накопилось $84, это как по пассиву, так и по партнерке, и будем сегодня проверять проект на вывод, но я уверен, что проект платит. Будем выводить на биржу Binance в эфирах, так как здесь баланс отображается в USDT, а пополнение и вывод только в биткоин либо эфириум, то есть в криптовалюте. Давайте посмотрим, что у меня по статистике на депозите. Работает у меня лицензия за $100. По своему депозиту уже заработано у меня 8,86%. Ну и, конечно, большинство этой суммы заработано по партнерской программе. Сегодня за 28 марта был неплохой процент, плюс 0,89%. Вчера чуть поменьше. В принципе, можно отслеживать статистику по каждому дню. Также давайте перейдем в раздел «Моя сеть» и посмотрим на мои результаты по структуре. Вот если посмотреть по бинару, правая нога у меня более прокачанная, теперь нужно прокачивать левую. Как видим, здесь у меня 20 100 очков, то есть в правой ноге инвестировано более $20 000 командой. Теперь опустимся чуть-чуть вниз, посмотрим на оборот моей структуры. Он пока что небольшой, всего лишь $1600, но уже тоже довольно неплохой результат. Будем стремиться к большему. Теперь давайте будем возвращаться на мою панель и выводить средства. Напоминаю, перед тем, как выводить средства, необходимо добавить кошелек. Для этого нажимаем вот эту кнопочку «Добавить кошелек». Далее здесь выбираем либо биткоин, либо эфириум. Здесь вставляем адрес кошелька, в метку можете прописывать что угодно, это в принципе не важно. И нажимаете «Добавить кошелек». В моем случае он добавился сразу, но он в принципе добавляется в течение 3 суток. Так что если сразу у вас кошелек не добавится, ничего страшного. Теперь давайте наконец будем заказывать выплату. Будем выводить $84. Нажимаем кнопочку «Вывод». Далее прописываем сумму $84. Здесь выбираем кошелек, который я уже добавил. Тут выбираем комиссию. И здесь смотрим очень важный момент. Если оставлять вот так 2,5% комиссия, то выплата будет идти в течение 5 суток. Можно выбирать за 48 часов, но в таком случае комиссия 4,5% и 72 часа 3,5%. Я в принципе готов подождать, поэтому выберу минимальную комиссию и нажимаю далее кнопочку «Вывод». Все, выплата заказана, как видим, баланс здесь списался, и будем ждать, как выплата поступит ко мне на мою биржу Binance. Теперь давайте немножечко вниз спустимся. Вот здесь есть история вывода. Как видим, 84 USDT, статус в ожидании. Как я сказал, как только выплата поступит ко мне на баланс Binance, я продолжу видео, а пока что ставлю на паузу и ждем выплату. Итак, ребят, выплата мне пришла, заказывал я ее 28 марта, воскресенье, сегодня у нас четверг, 1 апреля, то есть прошло ровно 4 дня и выплата уже у меня на бирже Binance. Кстати, за эти 4 дня, как видим, у меня снова набежало $50, которые я также уже могу поставить на вывод. Я чуть позже за кадром это сделаю, но пока что давайте посмотрим ту выплату, которая мне пришла. Вот, как видим, история выплата, статус завершено. И если перейти на биржу Binance, то, как видим, мне пришло плюс 0,04 эфира. Это примерно $81 по нынешнему курсу. Ну, то есть, получается $3 комиссия, так что комиссия даже вышла совсем небольшая. И сейчас я за кадром уже эти эфиры продам и выведу к себе на карту. Ну что ж, как видим, зарабатывать можно очень легко. Кубик платит, здесь все нормально. Также следите за моими историями в Instagram, я там тоже даю информацию. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там тоже много интересной информации по заработку в интернете и отчеты по доходам и проектам, в которых я участвую. Ну а ссылка на Qubit Lite будет под видео в описании. Кому интересно, заходим, регистрируемся, начинаем зарабатывать. И также, если вы заходите в Qubit Lite, покупаете хотя бы минимальную лицензию, вы уже попадаете в мою команду, то есть в команду Crypto Kings, и я могу вам дать доступ к обучению. Так что, кому это интересно, можете использовать такую возможность. Ну а на этом пока что все. Вы были на канале Интернет и Деньги. Всем удачи и профита, и увидимся в новых видео.